Доброе утро, уважаемые наши слушатели. Сегодня в нашей студии впервые у нас, да, целая семья, знакомая Иван, семья Лизы, Зиза и Ахан присутствуют вот с нами. И много они уже вам рассказали. Честно говоря, даже вот я так в затруднении, о чем вести разговор. Но давайте мы вот вернемся, ребят, вернемся, скажем, к ситуации, которая была, ну, примерно 2 года тому назад. И так напомните, что же было с Аханом вот 2-2,5 года тому назад, до вашего знакомства с Давидом, чтобы мы показали, что же изменилось, что же произошло, вот как бы реально. Лиза, ну вот расскажите нам, а здесь кто из вас начнет, расскажите, что же было вот не с рождения, не потом, а вот где-то там, да, сколько вот, до встречи с Давидом, где-то прошло 2,5 года где-то, да, примерно. Ну вот кратко расскажите, как Ахан, вот, какой он был, как он себя вел, как он мог общаться и так далее. Вот так, чтобы можно было, ну, сравнить, скажем. Если честно, уже все забывается. Ну, плохое всегда забывается, но все-таки. Да, ну, общее состояние, конечно, было ужасным. Ну, мы вначале не знали, что с ним. Непонятное поведение, странности. Вот, ну, когда уже выяснилось, что у нас аутизм, я начала рыться в интернете, и, ну, как бы, там рассказывали про симптомы, про поведение, и там практически, наверное, все, что было негативное. Ну, вот, хотя бы какие-то моменты, которые вот наиболее характерны, да, для него конкретно. Были стимуляции, очень много было. И игры с дверью, и эти облизывания были. И вот это... Облизывание батареи. Ну, все практически он мог облизывать. Сосал палец, а потом ритуалы какие-то были. Вот эти палочки, шарики засовывать везде, ровно, рядочки. Ну, все начиналось с рядочков. Махи руками были, какие-то ритуалы еще. Там, моменты общения, моменты разговора. Нет, вообще не контактно. Он сам с собой общался. Он любил с зеркалом общаться. Как-то вот близко вот так подходил. Как-то вот, вот так вот. Как-то дурачился. А речь все-таки бегал. Он был достаточно речи... большой тогда. Да, ну речь около 30-40, ну не знаю, или слова, или слоги, вот он говорил кока, кошка говорил, и что еще говорил, мама он не говорил, он после знакомства с Давидом где-то сколько через полгода сказал. А, пять было ему. Шесть, да, да, уже, пять. Уже было пять. Еще лет. 2 лет нету, как мы с Давидом, да, познакомились. Как раз мы были в таком состоянии. Говорить не хочу, вспоминать тоже не хочется. Вот, понимание речи у него не вот было. Вот это, кстати, я чуть-чуть делаю лирическое отступление. Это, вот, слышите, да, одна из моментов, почему родители некоторые исчезают, не появляются, не пишут, не хотят говорить. Вот именно поэтому просто, не, когда дети выходят, когда дети становятся здоровыми, нормальными, очень не хочется вспоминать. Вот Лиза сейчас это прозвучало, без всяких моих вопросов, очень тяжело, неприятно, и такое ощущение, что это вообще было в другой жизни. Да. Ну вот, вы начали заниматься, вы пробыли здесь 3 недели, ну давайте проскочим период постепенного восстановления. Давайте посмотрим, что у нас сейчас с Аханом. Расскажите, что, и давайте вот поговорим с ним, чтобы он нам что-то рассказал, то, что вот уже даже там 2-1,5 года тому назад
принципе, невозможно было подумать, что он такое сможет. Папа, рассказывай давай. Ну, поведение его, во-первых, которое, ну, сразу видно, глаза бросаются. Потому что он раньше был вообще невозможным. Ложился на пол при любой возможности, в общественных местах. Но видно было, что с ним что-то не то. Ложился на пол, убегал куда-то. Понимания речи не было. Понимания пространства вообще. Ему все равно было, где мы находимся. Да, всегда рвался на дорогу. Потом, после знакомства с Давидом, он уже начал понимать, что надо рядом с родителями. И уже как бы видел нас. И уже видно, что он беспокоится, когда он где-то далеко находится, он уже ищет глазами. Это вот заметно было. А сейчас, как видите, он бы уже... Ну, раньше, 2 года назад, он бы уже 100 раз на пол лег и убежал бы вообще отсюда. Спокойно не сидел бы. Сейчас можно ему вопросы задавать, поговорить с ним. Вот, давайте, сам... Если дурачиться не будет. Поговорим, ну, вот, о чем он может и хочет поговорить, чтобы не, ну, все-таки с ним, как бы так, интервью брать еще, наверное, рано, а вот поговорить с ним можно. Итак, ну, давайте поговорим. Махан. Тебе в Израиле нравится? Что ты здесь делал, расскажи. Мы давай на кулаки, на ножи, на букву. Козелка, укол. Он забыть не может горку, на которой он катался. Ага. Он что ты еще здесь, делал? На всех горках расскажи. Перекатался здесь уже. Что ты еще делал ну, здесь? Расскажи. Я не выиграл на улице, да? А словами? А, ты букву показывал нам. Сейчас, да? Он еще не проснулся. Да, был сейчас в процессе лечения и спал. Ну вот один из моментов, которых Давид говорит, которые как бы, да, проявляются сейчас реально, меняется не только поведение, появляются какие-то интересные новые черты характера. Да? Вот мы заметили, что Ахан стал таким каким-то вот стеснительным ребенком, который вот, ну, робкий где-то, стесняется, да, вот это вот элементы его стеснения. Да, вот расскажите, как это стало проявляться, и вот было ли это для вас нормальным, или какой-то такой сюрприз своего рода появился? Да, нет, не было сюрприза такого. Как бы восприняли это, что уже пора, как бы. Да, в принципе, мы уже готовы. Мы как бы работали над этим, чтобы в каких-то вещах он как бы стеснялся сам, чтобы мы уже привыкли к тому, что все новое как-то уже в порядке вещей, потому что мы уже готовы к этому. Хочешь печенье еще? Да. Тебе понравилось печенье? Сейчас принесу. А где твой кенгуру, Ахан? А дома. Дома? Да ты чё? А что ты? Да, можно, я не знаю, домой. В автобусе поедем домой? Зачем? А валерин. Валеринечка. А как кенгуру зовут-то? Мама Лиза. Мама Лиза, а потом еще какой кенгуру есть? Какой? Маленький. Как маленького кенгурунчика? Как ты его назвал-то? Братик Бублик. Братик Бублик. Я говорю, как маму зовут кенгуру? Это мама, говорит, это ты, говорит, мама Лиза. А это братик. Я говорю, хочешь девочку или мальчика? Он говорит, мальчика. Ой. Да? Ну вот, вы видите, что на самом деле, если опять же вернуться к тому, что было, и что стало? Вот вы же лечились, вы куда-то обращались, куда-то ходили довольно долго. И как это было? Давайте сравним результаты, сравним даже не результаты вот постепенные, а конечный итог лечения или каких-то обращений у вас в прошлом. И вот то, что вы добились в нашем центре. Кому даете слово? Ахана. Не, он сейчас ест.
Я немного чуть-чуть прослушала, но, как я поняла, вы говорите, то, что куда обращались? Да, еще? Я говорю о результатах, о том, что получилось в конечном итоге за годы, месяцы лечения, лечения где-то вот в каких-то структурах, в каких-то лечебных учреждениях и вот в нашем центре и дистанционно, и когда приехали. Вот вариант сравнения такой можете провести? Да. Ну, во-первых, то, что у нас предлагает медицина, это первое, когда мы узнали об этом, нам сказали, пейте нейролептики, это неизлечимо. Вот, и занимайтесь, сказали. Вот. Потом дополнительно еще сказали, ходите к остеопатам, там всякие методы сейчас есть новомодные, микрополяризации, томатисы, то есть то, что запрещено как бы на самом деле, то есть это не должно быть, это неправильный подход к лечению. Вот. То есть ребенка надо лечить. Лечить это причину, вы узнали сейчас на самом деле, а тогда. Да. Тогда в замешательстве были просто. Не знали вообще, что делать. Да. Все, что предлагали, оно оказалось правильно. Хорошо, что мы это не использовали. Да, и само слово токи, микрополяризация как-то. Нам еще говорили, якобы дефектологи, логопеды. Ну, как заниматься с ребенком, ну. В плане речи, если он даже, даст, нельзя говорить. Если речи как таковой нету. Игрушки. Сейчас уже логопед нужен. Потому что лоха на речь есть. И некоторые слоги он говорит правильно до сих пор. Сейчас есть слова. С чем работать специально. Да, да. Вот это даст самое главное. Да. Ну вот и ваше вот то время, которое вы, скажем, вот, занимались, пытались, вот, оно не дало эффекта, и вот вы начали работать с Давидом, начали дистанционно и пошли. По сути, мы после того, как с Давидом познакомились, мы ничего не делали, кроме как общения с Давидом. Мы Ахана отдали в нормальный садик с обычными детьми. Вот что мы сделали единственное и все. И, ну и дома занимались. И Ахан в здоровой среде, он уже сам начал как бы с помощью Давида. Давид корректировал поведение его по сеансами. И все само собой пошло. Мы просто его поместили в здоровую среду, там, где он проявлять начал себя и повторять. Могло быть все наоборот. А до этого, до Давида, мы не могли его в нормальном садике отдавать. Он ходил в несколько садиков, там просто, сами понимаете. Садик на диван или Потом мы пытались отдать в коррекционную заведение, там он пару месяцев походил, там все дети как бы отстающие от развития. Да, с разными диагнозами. Мы поняли, что этого не хотим нам. Мы хотим, чтобы наш ребенок был здоровым. Мы тогда не понимали еще, что мы делаем. Просто не было опыта, мы не знали, как. Какое-то время, там где-то около полутора лет вы занимались Давидом, и вот вы приехали сюда на 3 недели, вы здесь, да? И какие, скажем так, глобальные изменения, вот мы берем за 3 недели, за то время, что вы здесь. И вот так оцените уже, стоила ли, как говорится, игра свеч, стоило ли приезжать, когда есть Давид, когда можно только дистанционно и так далее, и так далее. Вот это вот важный момент именно, что изменилось за 3 недели. Ну, во-первых, мы... Говорить, конечно, рано. Во-первых, все-таки у него голова. Я уже неоднократно говорили о том, что фотографии выкладывали. Как-то у нас часто спрашивали девочки, мы как-то не снимали, по фото не смотрели. И решили снять, показать, конечно. То есть мы до приезда сюда мы не знали об этом, что у него с черепом проблемы какие-то. Мы даже не знали. Форма черепа говорила о том, что у него определенные проблемы. Если бы мы не приехали сюда, возможно, мы бы и не знали,
Нет, знали, не знали. Вот вопрос, исправилось бы или нет. Издеваешься. Даже если бы узнали, вот, ну, допустим, подстригли бы там по каким-то причинам, увидели, а что с этим делать? Конечно, не так. Да, значит, не хирургически же исправлять. Ну и учитывая, что кости растут достаточно медленно, да, за несколько дней все это изменилось, ну вот как-то так изменилось. Да как-то собой. Так, и это видно на фотографиях. Да, плюс в речи, вот то, что я не могла добиться, вот сейчас это как раз и происходит. Он я уже увидела, предложение что он сейчас может легко. Раньше он составлял предложение из 2-3 слов, и нужно было понимать, о чем речь идет. А сейчас как бы уже сразу понятно, чего он хочет, о чем он нам говорит, мы уже его понимаем. Ну и это понимаете вы его, а он вас. Понимает, да, конечно. Понимает. Он даже то, что не может говорить пока. Нет, ну конечно, если ему стихотворение рассказать, он не поймет. Да. Не, ну, а так-то он в целом все понимает. Разум из учебника высшей математики, так и я не понимаю. На мой взгляд со стороны, взгляд человека, который не просто заинтересован в каком-то развитии, а активно этому содействует, у него проявилось, может быть, более явно творческое, даже изобретательское начало. Он стал придумывать такие вещи, которые, например, мне в голову не пришли. Вот на видео вот вы записали того, как он стал показывать телом буквы, конфигурации тела показывать буквы. Да. Мы с ним там пошли дальше. Я его попросил придумывать телом показывать не буквы, а слова. Например, сначала мы начали с буквы «Я», он тут же показал, а я ему попросил показать букву «Он» или «Она» или «Они», да? Так как это в китайском языке, например, один символ обозначает слово, предложение. То же самое, вот он, когда он начал показывать цифры, помнишь, Ахан, я тебе предложил показать 10, 20, 50, помнишь? Его это озадачило, он, наверное, об этом будет думать. Но, по крайней мере, вот это вот показывание, отображение телом и движением тела, в общем-то, абстрактных понятий, как числа и буквы, вот это вот он, по-моему, сам придумал. Это сам придумал, это его авторство. И не только это, он много чего придумывает дома. И вот это на видео можно посмотреть, как это вот он показывает. Вот как раз такие его возможности. Есть еще один момент. Вот, фотографировать научился совершенно верно. Да, тоже. Выбирает правильно кадр, не обрезает там руки, ноги, да, композицию. Причем, как я понимаю, сам. Вы этого не учили и не подталкивали. И вот еще один момент. Надеюсь, скажи мне, вот если бы он, допустим, 2 года тому назад, ну, увидел пианино, встретился бы с ним, и так вот, и что бы было? Ничего не было. Вот, да, несколько дней тому назад мы видели, он встретился с пианино, и что стал делать? А его он начал воображать, там, а сейчас он корчится, корчится стал, типа, посмотрите на меня, там. То есть это, на самом деле, это вот уже Давид говорит, творческое начало. Он изображает просто. Откуда он это увидел? Откуда он это увидел? Прошу обратить внимание еще на один важный момент. Вот вы записали, как он стал лечить сам. Он кого? Папу, наверное, да? Да. Да, причем делал совершенно точно, так как он видел, как птица это делает. Да. С сознанием, с чувством, желанием получить результат. Ну, опять-таки, это можно это увидеть на видео, которое есть в Ютубе сейчас уже. Ну, меня это весьма поразило. Ну, давайте мы подведем. С какой серьезностью к этому отнесся. Вот итоги. Значит, смотрите, что получилось. Получилось не только, как бы, вот, ваше пребывание в центре, да, дало толчок к улучшению определенных навыков, которые ему как бы положены по возрасту, да, то есть поведение, речь,
какая-то контактность, да, но и раскрылось те черты, те какие-то способности, о которых вы даже подумать не могли. То есть развилась какая-то не просто личность, вот характер, поведение, а творческий потенциал. Вот то, о чем мы говорим все время. Созидающий. Да, Мне очень понравилось еще то, как он в зоопарке, когда мы были, когда подходили к клетке со львом, лев зарычал. Да. Он, во-первых, не испугался. Он схватил палку, мама, не бойся. Да, схватил палку и стал маму оберегать. Да. Это проявление личности, проявление определенного характера. То есть вот я сейчас буду ругаться. То, о чем Давид говорит, о чем говорят, в принципе, родители, которые вот были в нашей студии, импровизированы, говорится о том, что раскрывается тот потенциал, нестандартный вот, потенциал, скажем, таланты определенные у таких ребят, и они становятся чрезвычайно одаренными личностями в той или иной области. Поэтому... Нельзя. Хочу вот там. Нельзя. Потом. Много вот, ешь. Так поэт... Ахан, сядьте ровно, пожалуйста. Ахан. Тем не менее, мы все-таки не забываем. Пусть он стоит, но ты не трогаешь. Что это ребенок и со всеми проявлениями его детской непосредственности. Да, я специально пронаблюдал, него проявилось, на мой взгляд, замечательное свойство. Способность к достижению цели. Вот ему хочется вот это взять. Да, мы, кстати, насчет этого заморачивались. И берет. Мы как бы думали. Мы привыкли, как бы, да, чтобы он себя нормально вел, чтобы он не дурачился там. А сейчас понимаем, что он, это же ребенок. Да, вот, да. Минуточку, да, он не должен себя вести, он как нормальный ребенок, как да. Все дети в его возрасте, где-то подурачиться, где-то побаловаться, где-то похулиганить, это естественно, это нормально, и это... Ну, наверное, может быть. Но сейчас у него. Мы просто привыкли корректировать то, что он делает. Да, так, не вмешиваться. Может быть, это как раз то, что вам и не хватало в семье. Да. Вот ощущение полноценности семьи, ощущение того, что у вас есть ребенок. И помощник. И помощник, да. И вот скажите, такой вопрос я вам задам, может, вы об этом не думали, но. Или подумайте сейчас, или информация как бы вот впоследствии решить. Скажите, а вот как бы вы, ну если так помечтать немножечко, кем бы вы хотели его видеть в будущем? Самостоятельно, во-первых. Мы пока не знаем еще, это он сам, наверное, выдавит. Главное, чтобы не так, чтобы... Ну, я, может быть, не сколько о профессии, сколько о... личности. Чтобы он мужчиной был самостоятельным, чтобы он был добрым, ну как бы ответственным. Чтобы он счастлив сам был. Вот вы слышали, да, теперь я задам вопрос по-другому. А если бы я этот вопрос вам задал где-то 2 года тому назад, что бы вы мне сказали? Чтобы он разговаривал. Вот. Да. Вот смотрите, как меняется мировоззрение родителей, как родители меняются. То есть если тогда, когда мы начинали, когда он лечился где-то, основная вот мысль, основное желание, вот, как говорится, счастье, да, представлялось только, чтобы он вот, да, заговорил, успокоился и так далее, то сейчас совершенно другая, совершенно другие мысли возникают. То есть то уже не помнится, то уже не важно. Да, важно, чтобы он вот развивался именно как, ну, наверное, как любые родители мечтают о том, чтобы их ребенок был хорошим, там, умным, мужественным и так далее. То есть совершенно другие взгляды на личность ребенка. Вот пребывание в нашем центре, оно, еще раз я
как бы озвучу эту мысль, оно меняет не только детей, оно меняет родителей, причем меняет кардинально. Да, Лиза, вот два слова об этом здесь скажите. Насколько вы изменились, насколько изменилось вообще ваше мировоззрение вот, в семье по отношению к Ахану, по отношению друг к другу и вот по отношению к самому себе каждому. А ты, кстати, хочешь что-то сказать? Скажи, Эха. Да, расскажи все. Все расскажи. Да. Тебе у нас понравилось? Тебе понравилось у нас? Хороший вот ребенок. Это дурачество, потому что папа рядом сидит. А если его поругать, он сразу не внимание обратили на него, он начинает кричать. Полчаса сидит, ему уже... Да, он уже устал. Нет, все. Он специально. Я он сейчас специально рожу корчит. Азиз, услышать вот, ответ на мой вопрос. Дома получишь. По отношению вот, ваши изменения, вот, ваши личные, приняло что-то? Конечно, оптимизм. Оптимизм появился. Да, оптимизм вот он. Он как бы всегда был. Наружу, наружу. Да. Давайте охану. Была неуверенность раньше. Сейчас. И, кстати говоря, он молодец. Потому что, хотя он и взял тарелку, то есть он получил то, чего добивался, но при этом, как я его попросил, в соответствии с этим, он не стал больше кушать. Я дуй. Да? Ладно, да, если хочешь что-то скажи и иди, да. Ты заскучал. Иди к тете. А, ты хочешь показать буквы? Будешь показывать? Это какая буква? Ты можешь вот сюда выйти, чтобы было лучше видно. Это какая буква? С. С. А еще какая? Покажи. Ну что, ногами ты еще показываешь? Да, ему надо стоя показывать. Он, можешь он здесь встать, пока. Он сейчас соображает, какую букву он может показать верхней частью тела. Все что-то придумывает. Да, он сейчас смотрит мультики, все понимает. Это буква Ф? Какая это буква? Ну, Ф. А, тебе надо встать? Да, показывай. Что еще? У. Почему? А почему У? Вот. Ай-дай. Что еще будешь показывать? Тебе нужно встать. Да, без помощи ног тебе не очень понятно получается. Ну, может быть, не стесняешься, просто, может быть, просто, да, он еще и устал все-таки. Столько ну да, полчаса сидел. Он спал вообще, только что перезаписывал. Я думаю, что если у наших гостей еще есть, что сказать, какие-то пожелания, какие-то вот они... Обращение к другим родителям. Обращение, да. Скажите. Ты балуешься. Не надо. Ты гулять пойдешь? Ну, не надо, но... Не надо гулять. Дайте ему выйти, а то вы можете... Ты можешь вот здесь вот сидеть. Всем пролезть. Пока для скажи. Для ребенка это тяжело. Не надо! Не будешь говорить? Ты хочешь пролезть? Давай, можешь пролезть. Пролезть. Можешь пролезть там вот здесь вот под низом. Идем к тете Цифре, пойдешь там, пойдешь еще. Дальше. Нет, не надо. А что надо тогда? Хочешь побыть с нами? Ну тогда... Не балуйся и не мешай, хорошо? Давай ко мне садись. Хочешь? Собственно, все это происходит ради тебя. Слышал? Не забудь про это. Мама с папой приехали ради того, чтобы тебе помочь. Правильно? Чтобы помочь тебе стать значительно лучше, чем ты был раньше. Так, ну, заканчивай. Вот, да, Азиз, если что-то есть сказать, давайте. Последний прощальный привет с нашего центра. Вот. И дальше, я думаю, вы будете сообщать и как-то вот делиться нашими успехами с родителями в чате, я надеюсь, да? Вот. И все могут к вам обратиться и в общем-то, за советом, за консультацией. Очень плохо себя Шаха. Да, устал. Да, ну все устали, да, время, как говорится, прошло достаточно. Вот, я благодарю вас за интервью, вот, успехов вам, счастья и, как говорится, чтобы все было
то, что вы хотите, чтобы всего вы достигли. Всей семьей, втроем, может быть, даже не только втроем, может быть, да, чтобы у вас было и пополнение, и семья, и храм просто. Так что всего вам доброго, и до новых встреч, я надеюсь, здесь, на земле Израиля, в нашем центре. Ахан Тихон, спасибо большое. Спасибо центру Бейер Давид за такую возможность. Хочется пожелать остальным родителям, которые сказали, что наши, тебя не слышно, замолчи. Чтобы не сдавались. Желаю вам оптимизма. Укрепите веру. Всегда есть шанс. Благодарите. Всегда есть молитесь. Шанс. Действуйте. Все зависит от вас. Стоит только захотеть. Хотите здоровья, оно будет. Ну вот, на этом мы закончим. Всего доброго, спасибо вам еще раз и до новых встреч в нашей студии. До свидания. Хан, можешь сказать всем пока? Скажешь всем пока? Не надо. Почему? Не надо. Что ты хочешь? Очередно. Очень плохо себя ведет. Да, безобразие. Ну, это понятно, полчаса, собственно, ожидаем, что правильно спать надо. Желаю всем спокойной ночи. Ну, в том числе, да. Иди к дяде Исефе уже. Да. Всего доброго всем.